есть сел, не видно было никого? Ну, не видно было. Я увидел, когда уже вспыхнуло, зарево пошло. В подземке расположено большое количество торговых точек. На ночь все павильоны закрывают металлическими ставнями. Чтобы внутрь не проникли посторонние, ларьки по ночам охраняют. Сторож никак не ожидал, что строение разгорится с такой скоростью. Невозможно было потушить? Ну, невозможно было. Если можно было, я потушил. Неужели такой шум их поднимал? По словам охраны, сначала вспыхнули картонные коробки, которые были сложены около продуктового мини-маркета. За считанные минуты уже полностью полыхала одна из стен торговой точки. Сторож попытался сбить пламя, но все впустую. А там у вас огнетушитель? Есть, был, все, его использовали, но я думаю, что кому это надо? Своих средств. Ну, из баллы, баловство, наверное, просто. Кто-то шел, кинул, либо плеснули чем-то, потому что очень резко вспыхнуло. Бензином из баловства? Ну, вот. Там угроз никаких не было в адрес хозяев? Да не было, наверное, но я не знаю этого подробности. Товар в продуктовой точке не пострадал. Кому было необходимо устраивать пожар, возможно, удастся выяснить после опроса хозяина павильона. Равиль Сайганов, Игорь Бызов, Эфир 24.